увидела объявление в социальных сетях о том, что вы ищете героя для программы, и я решила, что мне обязательно нужно сюда попасть. Я подумала, что начинается новый сезон, лето, нужно быть более яркой и что-то с собой сделать. В общем, я готова, мне очень хочется измениться. Было бы круто, если бы это было бы что-то яркое, эффектное, такое эпатажное. Я была бы рада, если бы это было бы так. Зоя девушка непосредственная, поэтому для нее подойдет все более или менее непосредственное. То есть, может быть, стрижка в стиле гранж. Сочетание несочетаемого. Стрит-стайл, легкие какие-то локоны, которые будут создавать больше объема на голове. Что касается цвета волос, вот как муза меня посетит, так я и сделаю. Наконец-то мы с тобой встретились, очень рада тебя видеть. Хоть мы и в середине нашего преображения, ты уже выглядишь потрясающе, потому что идеально подобран оттенок волос, он очень подходит к твоей коже и при этом выглядит натурально, а это сейчас очень важно. Перед тем, как мы перейдем к мейкапу, я хотела бы с тобой поделиться своим бьюти-секретом. Я всегда его использую перед тем, как нанести помаду, чтобы она легла ровно, идеально и губы выглядели красивыми и ухоженными. Это фантастический бальзам для губ Carmex. Наконец-то он появился в лучших аптеках России, и теперь нет нужды везти его из Европы. Он творит с губами настоящие чудеса, поэтому столь популярен во всем мире. Модницы всего мира обожают этот бальзам за его уникальность. Спасибо большое, теперь обязательно буду пользоваться им тоже. Мы сделаем акценты на глаза. Мы сделаем стрелы, подходящие под ее типаж лица, под ее строение глаза, под расположение глаз на лице, чтобы грамотно скорректировать лицо, собственно, и создать такое направление трендовое, но не сам тренд. Мне нравится, как мы с тобой поработали. Мне нравится то, что получилось. Только чур не плакать, а приготовиться и принять себя такую, какая ты будешь. И знаешь, как в том фильме? Так я буду выглядеть всегда. Офигеть, да! Нет, я тут нужна мне! Роман, большое! Вот я реально в шоке. Спасибо большое, правда. Надеюсь, это слезы радости будут. А их нет, я не плачу. Слава Богу. Спасибо, правда. Я не знаю, у меня нет слов. Просто вообще восторг. Пожалуйста. Бог. Бог волос. Бог волос. Волос. Бог волос.